Дитяти маменька расчесывать головку купила частый гребешок. Не выпускает вон дитя из рук обновку. Играет, иль твердит из азбуки урок, свои все кудри золотые, волнистые, барашком завитые и мягкие, как тонкий лен, любуясь, гребешком расчесывает он. И что за гребешок? Не только не теребит, нигде он даже не зацепит. Так плавен, гладок в волосах, нет гребню и цены у мальчика в глазах. Случись, однако же, что гребень затерялся. Зарезвился мой мальчик, заигрался, клокотил волосы копной. Лишь няня к волосам, дитя поднимет вой. «Где гребень мой?» И гребень отыскался. Однако же в голове ни взад он, ни вперед, лишь волосы до слез дерет. «Какой ты злой гребнишка!» — кричит мальчишка. А гребень говорит: «Мой друг, все тот же я, да голова всклокочена твоя. Однако ж мальчик мой от злости и досады забросил гребень свой в реку. Теперь им чешутся наяды. Видал я на своем веку, что с правдой так же поступают. Поколе совесть нас чиста, то правда нам мила, и правда нам свята. Ее и слушают, и принимают. Но только стал кривить душой, как правду дали от ушей. И всякий, как дитя, чесать волос не хочет, когда их всклочит».